Ученики казачьего кадетского класса второй школы станицы Архонская посетили мемориальный музей памяти жертв и героев Холокоста. Ребятам показали экспозицию из нескольких залов. Они узнали, когда и где появился первый концлагерь, а также о героях, которые боролись с фашизмом, поднимали восстание и освобождали заключенных. Мероприятие приурочили к Международному дню памяти жертв Холокоста. Меня впечатлил больше всего рассказ о том, как немецкая женщина помогала еврейским детям, приносила им лекарства, она спасла несколько десятков детей, вынося их через сумку, в которую она носила лекарства и пропитание. Я пришла сюда первый раз, и я узнала о том, что были как камеры газовые, а потом их сделали как машины. Я думаю, что нам об этом рассказывают, чтобы мы знали, помнили это, и это больше никогда не повторялось. Экскурсию провел Республиканский дом дружбы народов совместно с еврейским обществом «Шалом». О событиях тех времен школьникам рассказал начальник отдела организации мероприятий Роберт Хачатрян. Дети с большим интересом послушали о тех событиях трагических, которые произошли 80 лет назад. И вообще наши мероприятия, сегодняшние мероприятия проходят в рамках 80-летия битвы за Кавказ. И, соответственно, мы рассказываем детям очень много об истории той Великой войны.